Вера в предопределение включает в себя четыре степени. Знание. Ты веришь, что Аллах знает о каждой вещи. От Него не скрыто ничего. И даже о том, что не случилось. Аллах знает о том, чтобы, если бы оно произошло, как бы оно произошло. И запись. Все записано. И воля. Да, у раба также есть воля, желание, однако она находится под волей Аллаха. То, на что есть воля Аллаха, происходит, а то, что Аллах не пожелал, не происходит. И четвертое — сотворение. Раб сотворен, и деяния его сотворены, подобно самому рабу.